Добрый день, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Сегодня я нахожусь в городе Беэр-Шева, в клубе борьбы вольного и греко-римского стиля у президента Федерации борьбы Израиля Леонида Шульмана. И здесь сегодня проходит тренировка. Мы снимем две тренировки. Это детская группа и постарше. И давайте мы немножечко поснимаем. Потом будем подходить к тренеру. Кстати, тренер – это сын Леонида, Юра, который также продолжает тренироваться и помогает проводить тренировки с детьми. Вот такой многофункциональный и профессиональный зал сделал Леонид Шульман за 30 лет, сколько он живет в городе Беэр-Шева. Сейчас давайте мы немножечко сделаем такой вот обзор по всему залу, чтобы вы увидели, как все с любовью и профессионально выполнено. Есть и плакаты, есть и оборудование. В общем, это большой-большой труд. Как я уже сказал, 30 лет Леонид в этом городе развивает борьбу, в том числе и борьбу в Израиле. И он возглавляет Федерацию борьбы Израиля. Вот на трибуне сидит и наблюдает, рекомендации дает сам Леонид. А на ковре его сын Юра. Алихат, я дай без угод, поэтому...
Леонид, сейчас проходит тренировка. Это совсем юные ребята, борцы. Сколько лет они вот занимаются? Есть разные. Есть, которые уже два года занимаются. Есть, которые полгода, год. Эта группа у нас третья по счету. Деткам лет по 7-8-9. Плюс-минус, в зависимости от физической подготовки. Следующая группа придет, ребята, постарше. То есть, ну, это в основном... Общая физподготовка, акробатика, элементы борьбы, немножко борьба с умом. Макой выходит. Шевет это, хорошо это? Или капелло это? Или капелло это? Он сделал гаргель, но упал сам на свою руку. Ничего страшного. Болит у него укрепляет руки. Борцу не больно, борцу приятно. Посидите чуть-чуть, сейчас все само. Юра, скажи, пожалуйста, ты сам тренируешься и помогаешь отцу проводить тренировки. Да. Сложно совмещать? Чуть-чуть приходишь уставший на вечернюю тренировку, но это все от настроя. Если у тебя позитивный настрой и все хорошо, так тренировка тоже пройдет хорошо. Если чуть уставший, такой негативный, негативное настроение, тогда будет тяжелее чуть-чуть. Всегда лучше улыбаться, все будет хорошо. Давно ты помогаешь? Уже 6 лет. Кен, леху там нужно помогать. Шеки. Ильюша, слушаешь Юру. Мимо тебе. Шеки, это выглядит гулянка. Шеки. Вот я смотрю сейчас, ребята, в основном это общая физическая подготовка, да, координация, гибкость, такие качества, да, физические. Не надоедает ребятам без борьбы? Вот как бы они вроде приходят и хотят бороться, или вы как-то это останавливаете? Понимают, борьба. Мы делаем кружок раз в неделю, борьба с умом. Тренировка часа. Задача даже этой группы еще, чтобы они энергию отдали свою, которая скапливается. Просто чем больше движения, чтобы они двигались, они лазят на канат, они лазят по рукоходу, они чувствуют свое продвижение в плане физическом, именно в таких упражнениях со своим весом, когда нужно поднять свой вес на канат или перевести из точки А в точку Б с помощью только рук, там, где не сочканешь. Вот на этом мы стараемся акцентировать внимание, чтобы они чувствовали прогресс, что прогресс есть те же самые кувырки в разминке. Каждый раз они делают их немножко лучше. Вперед, назад, кувырки. Сейчас мы там еще купим такую, заказали гимнастическую, как акробатическую дорожку, чтобы они на акробатической дорожке учились тоже делать что-нибудь наподобие фляка, рандат, фляк, такие вещи. Вот этим я стараюсь как можно дальше отодвинуть единоборство. И как долго вот этот временной промежуток? Часовые тренировки, 3 раза в неделю по часу. Нет, возраст, я имею в виду. Вот они пришли, им 8-9 лет. Когда первые вот такие уже более-менее ближе профессиональные специализации? Доблестно решила с прошлого года, что можно давать соревноваться 10-11-летним мальчикам. В прошлом году мы в конце сезона провели первый раз соревнования для такого возраста. До этого самый маленький соревновательный возраст был 12-13 лет. Вот в прошлом году он помолодел, получается, на 2 года. Вроде бы детям понравилось, но требует специальная подготовка для них, для этого.
И самое главное не спешить, не потому что нервная система, она... Это самое главное, что нужно сохранить на высоком уровне, это борьба нервов. Там все сильные, все техничные, все выносливые. Там борьба нервов. Я считаю, что нужно не торопиться, сохранить нервную систему на будущее. И интерес, чтобы они не насытились победами или поражениями, которые иногда бывают чересчур. Все должно быть в меру. И вот из опыта 30-летнего мы стараемся, вот так же, как и Юра мой, 24 года, он хочет бороться. Он не думает заканчивать. Он начал в 12 лет первое соревнование, не в 5 или в 6. Поэтому я, как бы мне не хотелось сделать из него чемпиона, я ждал. И я думаю, что я поступил правильно. По этому же пути, которым шел Юра, мы стараемся вести следующее поколение детей. Но этот путь, это не просто вами он так, это как бы научный подход, такой педагогический метод. Это метод, который был создан не сегодня. Наверное, но я когда шел заниматься спортом, меня только взяли в 13 лет на борьбу. Плавание раньше, гимнастика раньше, это были более ранние виды спорта. Борьба, бокс считались тогда, наверное, это 70-е годы вид спорта. Для... Кроме этого, в детской спортивной школе были нормы. Тренер не мог писать 5-летнего или 6-летнего спортсмена в группу. Он должен был наполняемость групп определенным возрастом, который на тот момент требовалось. Я считаю, это правильная система была советская. И то, что спорт помолодел, он помолодел в силу определенных причин, потому что, может, финансирование там, может... нужно менять в лучшую сторону. Вот. И поэтому мы стараемся не тише, едешь дальше будешь по такому принципу. Иногда тренеры говорят, вот у Лени по маленьким там особо не блещут, а когда вырастают к 18 или годам, выигрывают у всех. Наверное, это вот эта система работает, тише едешь дальше будешь. Нас никто не подгоняет. Я говорю еще раз, мы работаем с Юрой для родителей, для детей в первую очередь. Стараемся создать максимально комфортные условия для детей, чтобы их тянуло в зал. Делаем с ними там иногда выход на рыбалку. Просто этот год был такой насыщенный, что у нас не получилось. На рыбалку, шашлыки, кукурузу, картошку пожарить на природе, там такие вещи. То есть это как бы социализацию их делаете, да? Да, когда ребята вот пойдут у нас в 7 класс, уже в старшую школу, вот тогда уже мы начинаем к ним предъявлять требования. Это уже 12-13 лет. Дисциплина и режим, отбой вовремя, подъем вовремя, и уже начинаем тренировки утром и вечером. И вот тут уже появляются те, которые хотят. А пока мы всех укрепляем. Кто-то за ними охотится в школах, кого-то на футбол, на баскетбол пытаются украсть, потому что они энерджайзеры, выделяются на тренировке своим общей физподготовкой, на уроках физкультуры. Мы стараемся сохранить и объяснить, что борьба для... Шамиль! Стараемся объяснить, что борьба – это надо терпение. Самое главное – это тренерское терпение. Это не терпение Алим Кардашин, которые приехали через 3 года, уже на машине новой ездят, и уже все, холодильники есть. А тренерское терпение, ну, десятикратно должно быть более большим. Кроме Юры еще кто-то помогает вам в тренировочной деятельности? Ну, сейчас я постараюсь воспитать еще 2 тренеров, своих ребят. Один сейчас призвался в армию, 18 лет. Это те ребята, которые прошли курсы тренеров. Один в 12 классе. Хотелось бы, чтобы в перспективе вот так 3-4 воспитанника. Потому что одному мне было очень тяжело такое количество детей. Качество превратить в количество, это мне самому не верится. То, чем мне приходится заниматься. Кто-нибудь рассказал, я бы не поверил. Приезжают гости с Украины и России, говорят, у нас так никто не работает. А у меня выхода другого нет. У меня никто не подготовит ребят в старшую команду сборную. Надо самому готовить. Вот поэтому в перспективе, чтобы с Юрой работали еще 2-3 ребят. Вот один мальчик в этом году стал 2-м на всемирных играх школьников во Франции. Он сейчас в Тирануте проходит, 18 лет ему. Один заканчивает 12 класс, который тоже... Есть вариант, что он станет тренером, потому что кому-то рекомендовать стать тренером, это рекомендовать тяжело очень трудиться, если это не любишь, то... Ребята говорят, лучше мы на заводе будем работать 8 часов и иметь обеспеченную зарплату, чем тут в воздухе быть подвешенным в непонятной ситуации. Вот поэтому... Но вы стараетесь поддержать тех ребят, кто хочет тренерской деятельностью заниматься? Те, которые хотят, да. Там, я клуб оплачиваю курсы. И сейчас мы должны сделать в конце года курс, так называемый ОРА, чтобы у них было разрешение входить в школу в неурочное время. Я стараюсь, чтобы максимальное количество тренеров по борьбе со всего Израиля, как президент федерации, чтобы имели доступ, чтобы мы могли с Министерством образования какие-то совместные проекты делать. Получается?
посмотрим сначала, пускай количество тренировок, потому что первую встречу вам сказали, у вас мало тренировок, которые могут зайти в школу. Вот мы должны сначала провести курсы и увеличить количество тренировок, потом будем делать дальше. שדמיינו על המזרון נקודה. נקודה. אני כל הזמן עומד בעמידת ההפכות ומסתכל על הנקודה הזאת. אני עומד, אני זז ימינה, שמאלה, אני רואה כל הזמן את הנקודה. אני נותן כיף, אני אומר שתי רגליים. שתי רגליים. ומסתובב במטרה, מובן? קדימה, בוא נתחיל. זה שמאל וזה שתי רגליים. מוכנים? למצוא לעצמכם נקודה על המזרון להתחיל לזוז סביבה. להתחיל לזוז בעמידת ההפכות סביב הנקודה. שתי רגליים. הגנה וכניסה ולהסתובב לנקודה. להסתובב לנקודה בחזרה. עומדים, עומדים, עומדים. שתי רגליים. הגנה ולהסתובב לנקודה, כן. תביא, לא ליפול על המרכז. שתי רגליים. Как тебя зовут? Меня не снимать. Я это не снимаю. Почему ты пришел на борьбу? Потому что я хочу быть сильным. А ты? Я пришел, чтобы быть сильным меня. Я выиграл 2 медали. Да? А тебе нравится бороться? Да. Мне тоже. А ты почему пришел на борьбу? Мне нравится тренироваться каждый день. Ты каждый день тренируешься? Да. Когда я заболела, я осталась дома. Вам нравится тренироваться у Леонида и Юры? Да. Да. Так они же очень такие сердитые, такие строгие. Не всегда. Строгие. Не всегда. Нет, вообще не всегда. Они готовят играть. Играть? Да. И в чего вы играете? В борьбу? Юра, как ты думаешь, почему выбирают борьбу ребята? Ну, поговорим о мальчиках, о девочках потом.
Я считаю, что дети сначала борьба, это слышится им очень такой активный вид спорта. Они хотят бегать, хотят делать, у них много энергии, слышат борьбу, хотят смотреть, знать, что это такое. Приходят сюда и понимают, что борьба это намного тяжелее, что борьба это вид спорта, что мы начинаем учить с 10 лет. А здесь пока перед борьбой учим ребят акробатику, растяжку, лазить на канат, сила вырабатывается, характер вырабатывается, делаем им сумму, учатся выигрывать, проигрывать. И дети получают очень много эмоций в этом зале, и это то, что их иногда и помогает им оставаться и продолжать ходить. Девочки по такой же причине приходят. Да, да, девочки. Но говорят, потом что по характеру видно, какие девочки подходят для борьбы, какие девочки им это не подходят. И все же будут профессиональными спортсменами, но борьба даст очень много для детей от того, что у них будет больше самоуверенность. Все, что они будут делать, они будут больше самоуверены в себе, когда они прошли спорт, который борьба. Дети будут больше активны, больше будут на себя надеяться, чем на других. Они смогут помочь, они им нужна будет помощь. Так что это такой очень хороший вид спорта для детей. Даже если они не станут спортсменами? Даже если не станут чемпионы, но они возьмут для жизни вещи, которые нигде не купишь. И тяну на себя руку. Оп. Взяли. Отсюда, не по, что мы делаем отца Дина, не хоть. И после на это гав. Вот, голосил. Вот вам. Он меня толкает его. Нога впереди. Готово. На рега разок я не дхов, что они тупец от отписа, а не мушек. На рега разок я не тухев. Вот, он меня толкает. Регель Никодима. Бомфе. Йоханан, ты видишь? Локоть. Рука. Сивук, тефай, мешиха шарая. Мипо.
Перевод того пола. Беседа. А завшав, рак рухим это я, берега шаракан это я, о, шо обрим ахова лага, о, шо тосим рейк, венцар. Симона, дай. Толкает меня, толкает. Оп, врага впереди. Раз, два. Понятно? Бувание, еще одно. Ходим. Почему ты сидишь? Ты наказан или что? А почему ты сидишь? Захаря! Иди сюда! Захаря, я работаю. אני לא תופס ככה, אלא אני תופס ככה. רואה? אגודל למעלה, ארבע אצבעות למטה. הנה, אני תופס לו או בשרי. זה לא תפיסה מפה. מזה אני משהו. הנה, אתה רואה, אני מחזיק אותו. ככה לא נופי לו. Какой ногой тебе, как на какую руку тебе будет удобно прям делать? Это я тогда вот это вот так вот. Вот эту, становись правой ногой впереди. Нет, вот сюда впереди, как борцовская стойка. Ставь борцовскую стойку. Толкайте друг друга, толкайте. Да. Сейчас у тебя рука соскользнула вот сюда на руку. Тут голову поднимите. А вот эта рука, хочешь поймать его кисть. И разворачивайте. И на себя руку и разворачивайте на тебя. Вот сюда. Видишь? Встань на меня лучше. Вот видишь, как я разворачиваю плечи. Разворот плечи. Хопоти. Як бега. На прикинца. Крис як бего. Нахмир. Таке не посьом. На прикинца. Я мимо того, что все это район выглядит. Так не спят. И на регре глядь, много макома. Не то хэпо, то уно хэпо кидит. Хоп, маор. Нахмир. Нахмисинца. Нахмисин. Более помнить. Эй. Писать они мапек, бегал, хопоти, хопоти, махни синца, альпикон, махни синца, махни синца, эй, боли тебе его, опа, опа, мазо слушай моя, поезжай на камень. Вот так неторопливо, спокойно проходит занятие в детской группе в городе Бер-Шева, где проходит занятие по борьбе вольной. Как я уже говорил, занятие проводит Леонид Шульман и помогает ему его сын Юра. В этой группе сейчас дети, самый большой возраст это 11 лет. Ну и дальше мы еще снимем более старшую группу, продвинутую. И как Леонид уже говорил, что основная задача в детской группе – это развить максимально физические качества, это быстроту, ловкость, гибкость, силу и так далее. Так что не торопиться, потихоньку. Как говорится, капля за каплей и развивают и готовят будущих чемпионов.